рассказать всем, как у вас жизнь. Знаете, я тут очень долго думал, чего же не хватает на моем канале. Нужен обязательно какой-то качественный контент. И я понял, на моем канале катастрофически не хватает распаковок, посылок с Алиэкспресс. И сегодня я исправлю эту оплошность, этот недостаток. Об этом видео я распакую вот такой вот замечательный ЦАП. Он же усилитель для наушников в одном корпусе, в одном флаконе. Помимо ЦАПа, я распакую вот такие замечательные студийные, мониторные, можно даже сказать, наушники. Супер люх. Ну, в общем, лохари, пацаны. Все это доставлялось Почтой России, поэтому коробка с наушниками слегка пострадала, так как не была завернута в пупырчатую пленку. Итак, надо сказать, что все эти вещи достаточно бюджетные, поэтому в этом видео не будет каких-то претензий на аудиофильство, на какой-то теплый ламповый звук. Данные наушники обошлись мне примерно в 1900 рублей, а ЦАП примерно в 3000 рублей. В общем, я, наверное, назову этот ролик что-то из серии «Годный звук из Китая за 5000 рублей». Ну или как-то так. Ну и, конечно же, нужно постучать без деппинга никуда в наше время. Изначально я хотел делать это видео без моих комментариев. Только звуки, распаковки, всяких пленочек, коробочек. Но потом решил, что это будет очень скучно и не очень ASMR. Давайте приступим. Для начала нужно решить, с чего начнем. Шишел, мешал, чихнул, вышел. Так, ты вышел, ты остаешься. Хорошо. Значит, начнем распаковку с ЦАПа. Здесь у нас название и бренд. Так, палец прилетел. Посмотрим. Так, все просто завернуто и походу заклеено скотчем. Так, отклеим этот край. Скотч-то не пожалеет.
другой стороны у нас... Так, это Type A, а это USB... я не помню, как это называется. Ну, в общем, на микрофонах и на аудиоустройствах всегда такой выход. Еще на старых принтерах, по-моему, такой же есть. Так, ну что, начнем с блока питания. Так, ну, похож на старую зарядку от старой Nokia. Что у нас тут? Не вижу, что. По характеристикам 12 вольт напряжение. Говорят, что его лучше заменить на 15-вольтовый. Мол, от этого звук станет лучше. Но я, наверное, не буду таким заниматься. Так, ну что. Теперь осторожненько достаем сам ЦАП. Честно говоря, я думал, будет гораздо больше. Руки маленькие, поэтому кажется большим. На самом деле это довольно небольшая штуковина. Так, тоже приятный шуршащий пакетик. Так, встаем. Ага. Так вот, значит, и какой олень северный. Так, тут китайская грязь осталась. Ну, выглядит достаточно солидно. Сама вот эта вот черная коробочка, она металлическая. Так, тут у нас... Ну да, походу это алюминий или что-то такое. Потому что она не слишком тяжелая, но и не ощущается как пластиковая погремушка. Такой, знаете, как пишут в обзорах, приятный металл холодит руку. Здесь у нас кнопки управления... Конечно же, надписи. Это включение, переключение режимов, режим объемного звука и улучшалочки. Здесь у нас индикаторы работы и крутилка волюме. По-умному, кажется, это называется потенциометр, но я всегда говорю крутилка. Крутилка, 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 крутилка. Так, и крутилочка это у нас вращается бесконечно, то есть нет ограничений у нее. Не предвидится. Ну и впереди вход под 6-миллиметровый джек для наушников. Сзади у нас выход на колонки. Так, AUX вход, еще один вход. Вход USB и гнездо для подключения блока питания. Ну вот, в принципе, все. Так. Ну да, давайте теперь подключим блок питания. Так, чик-чик, готово. И посмотрим, как USB. Так, USB, походу, всего 1 метр длиной. Мне лень его измерять, откровенно говоря. Но я думаю, этого вполне достаточно, чтобы дотянуться до компа. Так, ну все входит достаточно плотно, ничего не болтается, ничего не выдергивается. Ну что ж, переходим к наушникам. Опа, магия монтажа. Супер люкс. Кстати, мой первый микрофон, который я купил для этого канала в своем самом начале творческого своего пути, скажем так, был как раз таки этого бренда Супер люкс. Это какой-то китайский бренд, который производит аудиооборудование, аудиотехнику. Микрофон, кстати, был, ну, неплохой, конечно, но за те деньги лучше было бы купить Samsung Video. Ладно, так, что тут у нас? Профессионале Studio Standard Headphone S. Ну, здесь все понятно. Замечательную ручку Xiaomi убираем. Так, разворачиваем коробку. Как бы так не зацепить ни микрофон, ни объектив. Опа, пошла сека. Так. Так, опять момент истины. Вот они, наушники. Ну, я бы, конечно, не сказал, что это наушники для какого-то, для каких-то прогулок или пробежек. Это явно домашний, может быть, даже какой-то студийный вариант. Но вообще, студийные наушники за 2000 рублей как-то слабо верится. Так, здесь у нас вот такие вот
пластмассовая пипка. Прямо дорого-богато. Чувствуется, что 2000 рублей. Все ушли на наушники. Так, это у нас съемный кабель для наушников. Номер 2, походу. Потому что он большой. Вот это 3-метровый кабель. Замечательная вещь, которую кладут практически в любые наушники. Я до сих пор не понимаю, зачем это вот такая вот сумка. Нет, точнее, это даже чехол для переноски. Мешочек. Не знаю, зачем он нужен, сколько у меня было наушников. Никогда я им не пользовался. На ощупь достаточно приятный. Типичный какой-то представитель полимерных материалов. Давайте пошуршим им немного. Шуршить неплохо. Достаточно ASMR. Так, ладно. Уберем волшебную сумочку обратно. Волшебный мешочек. И здесь у нас осталась макулатура. А это что? Это какая-то важная запчасть. Очень важная. Пусть лежит. Инструкция упакована в пакетик. Что это у нас? Вот эта вот пластмассовая штучка. Она крепится на сам джек для наушников, чтобы он не выдергивался. Все понятно, понятно теперь зачем. Ну и вот они, наушники, подключаются кабели, вот эта штука. Ага, ясно. Давайте откроем. О! ASMR пошел. Пошел ASMR. Так, откликнуем. Тоже достаточно хрустящий пакетик. Что у нас внутри? Даже на английском есть инструкция. Это довольно-таки неплохо. Кстати, у нас в России эти наушники продаются под брендом Axelvox. По-моему, да, Axelvox. Называется модель HD242. Так, что тут у нас? Преамп для наушников. Не-не-не, у нас уже есть и кабель, как на старом советском телефоне. Такой спиральный. Так, в общем, переходим к наушникам. Остался вот этот переходник для 6-миллиметрового джека. Это хорошо, что он, кстати, идет в комплекте. Можно будет спокойно подключиться к ЦАПу. Так, кабель. О, смотрите-ка, у него есть еще и разъем. Вверху такая бороздка, поэтому идеально подходит. Чувствуется, что фирма, китайская фирма. Ну что, покрутим немного наушники. Амбушюры, конечно же, из кожзама. Кстати, динамики здесь стоят 50-миллиметровые. Это хорошо. И сами чашки достаточно большие. Уши в них полностью
ничего не давит, ничего не устает. Так, кто-то что-то у нас. Студио. Все понятно. Ну, типа, не хухры-мухры. Здесь у нас пимпочка, к которой подключаются кабели, подсоединяются. Так, как регулируется? А, вот эти штуки выдвигаются. Блин, достаточно долго, кстати, выдвигаются. Конструкция оголовья, она сделана, скажем так, безразмерной и подстраивается под вашу голову. И давайте подсоединим кабель. Не знаю, стоит ли углубляться в технические характеристики этих вещей или просто оставить ссылку на AliExpress. И кому интересно, тот перейдет, посмотрит. По-моему, довольно глупо перечитывать все эти сухие циферки просто из интернета. Так, давайте еще немного покрутим. Здесь у нас левый, так, со стороны кабеля левый наушник. Но здесь вполне естественно правый. Оголовье достаточно упругое, я бы не сказал, что жесткое. Ну и немножечко я вам сейчас расскажу о своих конкретно ощущениях от этих покупок. И об опыте эксплуатации. Конкретно из двух вот этих покупок больше всего меня порадовали наушники, ибо за 1900 рублей, ну, грубо говоря, за 2000 рублей, это просто великолепные наушники для домашнего использования. Я не знаю, насколько они подойдут для профессиональной работы на студии со звуком, так как они позиционируются типа как профессиональные мониторные студийные наушники. Я, мягко говоря, далеко не профессионал во всех этих звуковых делах. Но для домашнего использования мне их хватает абсолютно с головой. Я как смотрю фильмы и сериалы, так и играю, например, в этих наушниках. Ну и, соответственно, точно так же слушаю музыку. Здесь нет какого-то, знаете, такого выпечного баса, басистый такой бубнящий, как в наушниках, например, от тех же самых Beats. Здесь, ну, на мой медвеженаступленный слух, максимально все такое вот сбалансированное по звуку. И если вы слушаете какой-нибудь, допустим, клубничок, назовем это так, электронную музыку, то вам будет немного недоставать именно вот этой басистости. Ну, конечно, все это можно исправить эквалайзером, но вот на стандартных настройках, на ровном эквалайзере, баса здесь не очень много. Ну, это для кого-то минус, для кого-то плюс. Очень, скажем так, органично на этих наушниках звучит инструментальная музыка. Ну и вокал тоже достаточно приятно звучит. Я повторюсь опять же, что я далеко не аудиофил и не профессионал. И вообще звук — это такая очень субъективная вещь, о которой сложно как-то рассказать и описать. В общем, нужно один раз лучше послушать самому, чем опираться на чьи-то там объяснение. Вот по поводу ЦАПа, по поводу вот этого усилителя для наушников, по сравнению с моей встроенной звуковухой в компе, это небо и земля. Но опять же нужно помнить, что стоит он всего 3000 рублей, и ждать от него какого-то богатого, теплого лампового звука, ну, как минимум, глупо. Я же покупал его как раз-таки по той причине, что встроенный звук у меня в компе, мягко говоря, очень плоский, очень слабый. К тому же звуковуха на компе постоянно ловит шумы от клавиатуры, от мышки, и это очень сильно раздражало. Если брать этот комплект в общем и целом, ЦАП и наушники, то, на мой взгляд, этого будет более чем достаточно для домашнего прослушивания музыки, просмотра фильмов, даже для игр. Так, в общем, что-то я разумничался, надо заканчивать, ибо я далеко не силен во всех этих звуковых премудростях и не хочу себя здесь каким-то звуковиком позиционировать.
От себя скажу, что за 5 тысяч рублей это очень достойный набор для домашнего использования, для прослушивания музыки, для просмотра фильмов, но какого-то богатого и яркого звука здесь ожидать не стоит, так как это бюджетные гаджеты. Но опять же повторюсь, для меня этого вполне достаточно. Если вам интересно почитать какие-то характеристики и отзывы других покупателей, то я в описании оставлю ссылки на AliExpress. Перейдете, посмотрите. Там же, естественно, оставлю ссылку на кэшбэк Letyshops, потому что в конце 2017 года покупать товары в интернете без кэшбэка — это довольно странно, на мой взгляд. И на этом буду заканчивать. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Надеюсь, что он вас немного расслабил. Я, например, получил колоссальное удовольствие именно вот от вот этой вот ASMR распаковки, когда ты, не торопясь, аккуратно все открываешь и рассказываешь. В общем, на этом все. Спасибо за просмотр и скоро увидимся. Приятных снов.